теперь следующая фотография. Не хотел бы возвращаться, вот Юрий Владимирович Железов, мой брат, прислал. Дело в том, что эта фотография была размещена опять там, где более, не поминаю, ни одной фамилии, не-не. Но там более миллиона слушателей, читачей, или как глядачей, подписавшись. Вот. И там их учат. Вот человек пришел, говорит, ну что за беда? Я вижу, мы видим по-разному. Есть стандартное классическое образование, но говорит одно. А вот раньше бы, когда появилась якобы эта рана, взял бы там, замазал тем-тем-тем и еще и свежим коровьим дерьмом. Вот. То там было слово навоз, но перевожу на русский язык. Дерьмо. Замазал дерьмом, и оно должно было зажить. Вот. По моим понятиям, я смотрю не на эту рану, да? Я смотрю на ствол. Видите, желтые пятнышки? Это вот они, эти самые грибы, вот она, то, что мы называем мох, лишайники. Тут, если разобраться, все есть, только неплохо видно. Вот это дерево последней стадии болезни. Болезнь привела рана, да. Они считают, что рана появилась от того, что, ну, кто-то скажет мразобоина, кто-то скажет, что это солнечный ожог. На самом деле здесь была рана. Из-за этой раны сюда попал мороз, все это умертвил. В конце концов, она просто ветка взяла и рухнула. У меня само такие случаи бывают. Особенно на старых деревьях урожай-то не снижается почему-то. Иногда ветки падают. И я предупреждаю насчет этой самой дерьма коровы. Ну, хотите, мажьте дерьмо коровы. Но главная причина – это искалеченные деревья. Но начну еще чуть раньше. Представим себе, что, ну откуда, ниже покажу фотографию, но откуда этот человек знал, который попросил помощи у этого, на том крупном сайте или канале, как там называется, вот, откуда ему было знать, и откуда знать тем, которые давали советы, и об этом никогда, я тысячи раз читал ответы редакции на такие случаи, на такие. Никто, никогда. Вот какова вероятность, что когда это дерево садило, допустим, эта дама, может, это до нее, может, она даже не знает, кто садил, так тоже бывает. Какова вероятность того, что при посадке была обрезана часть кроны? Ниже я вам покажу, к чему это приводит. Ну, какова вероятность? 0, 0, 0, 0, 0, 1, правильно? Значит, все еще исходит из того, что я убедился, вырастив 30 тысяч саженцев, поначалу также садил, резал, не резал, сравнивал. Вот. Каждый раз я убеждался. Внутри саженца, который пересажен, у которого искалечены корни, это надо прям цитировать, прям уже для учебника. Саженца, который был пересажен, у которого открытые корни, искалеченные корни, но целая крона не потревоженная, не обрезанная, ни капельки, приводит к тому, что гниение начинается внутри. Про рану наружную я просто догадываюсь, что тоже повлияло. А так она уже внутри гниет с самого начала. Почему? Она не может выкормить все. Идем дальше. Ну вот смотрим сюда. Вот эту фотографию вот теперь я получаю. Я внизу написал: патологоанатом Железов, заработай. Внутри нижней части сердцевина уже мертвая. Смотрите, я не виноват, это мне прислал человек, нормальный живой человек, который сказал: Константинович, что делать? Ну как что делать? А, еще обрезать или не обрезать? Ну, вот это, к чему будет красоваться? Отрезали, вот это называется отрезать, если учитывать хотя бы длину веток, три четверти, пять, четыре пятых, правильно? Вот, и оставить вот такой пенек. И уже вроде бы нормально. Но, во-первых, это, друзья, надо было сделать сразу, когда садили. Почему? Саженец уже урод, саженец уже калека на всю оставшуюся жизнь. Казалось бы, отрезал. Ну ладно, сразу не отрезал, как Железо учит. Но отрежу сейчас, а ниже будет расти. Да, будет расти. Но уже заложена мина. Вот это вот. Когда вот это уже росло, а ему 2 года, так, вот, он, видимо, двухлеткой был посажен. Ну, видно, свежая почва, свежеперекопанная. Вот. Вот. Когда
Это он теперь или она. Убей бог, не помню. Я стараюсь лишний раз фамилию не упоминать. Вот. Или упоминаю. Нет, не упоминаю. Вот. Так вот, отрезал. Но уже здесь процесс гниения начался с первой минуты посадки. До сих пор на всей планете, кроме меня и вас, подчеркиваю, теперь я не один, и вас, никто не знает и не знал. И не знают те, которые дают советы, дерьмом замазать надо было. А ему это дерьмо, потому что оно гниет, потому что еще при посадке 99,999 тысячных, что вот при посадке она была так же. Никто ничего не обрезал. Остальное потом. Возможно, здесь просто была еще обрезка на кольцо. Вот видите, вот рамка здесь рядом. Обрезка на кольцо. В общем, приехали, называется. Вот я ответил одному из вас, кто мне задал вопрос. Обрезать? Ну, конечно, обрезать. Теперь вот тут обрезать. Но дерево уже, ну, мягко скажу, подпорчено. Вот это моя роль патологоанатома, и почему-то на меня эти же самые, именно за эти слова, что я патологоанатом, я вскрываю саму причину, почему на меня обижается. Я ничего понять не могу. Может, потому что сами не догадались. Вот. А тогда, если бы... А не знаю, можно ли переучить выпускников Тимирязевки, да? Вот представим себе, они все это слышали, как было написано. Мы слышали, слышать не будем, не надейтесь. То есть мы и так все знаем. Вот. А вот теперь, когда они знают, что мертвечина внутри появляется из-за того, что вовремя не отрезали при пересадке, да, как бы они сейчас бы, прокорове дерьмо бы, с 19 века, прокорове дерьмо, не стыдно называть фамилии, самая ведущая из ведущих, это касается абрикосов, самая ведущая из ведущих, ой, нет, все не буду, вот, и так поднимают фамилию назвать. В 21 веке они все прокорове дерьмо.